сегодня в ремонте карапуз, называется Forward Cosmo. Такой космический аэродинамичный детский велосипедик, колесики с поддержкой идут в комплекте. А в чем проблема? Значит, цепь проскакивала, потому что было плохо затянуто, шайбочек не было, гайка нарезала резьбу в посадочных местах и нельзя было оттянуть. Я просто шайбочки поставил, оттянул подальше, теперь цепь нормально натянута. Значит, дизайнеры у нас предусмотрели, чтобы цепь всегда терлась о защиту, дабы этот выступ, ну, сотрется, будет нормально. Смотрите, как у нас рама необычная. Сюда бы мотор-колесо киловатта на 3, и вообще все это летало тогда реально как ракета. Самый прикол, смотрите, какой аэродинамичный подсидел нестандартной формы. Он при этом еще регулируется, то есть можно еще поднимать, опускать. Здесь пластиковая защита внутри стоит. Все предусмотрели, вынос такой необычный, типа под BMX. То есть тут все, дизайн прям, мысль очень прикольная была. Но вот видите, немножечко накосячили на заводике с мелочами. Все, будет кататься, цепь не спадает. Я своим весом проверил, не могу цепь скинуть, так что все хорошо.